Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это эфир «Эвакуация», эпизод 03, «Подземный путь». Мы продолжаем. Нам необходимо встретиться, скажем так, с остальными членами нашей организации «Фера» спецотряда в больнице, чтобы продолжить разбираться с тем, что здесь вообще происходит. Но добраться до туда только можно через метро, и мы сюда спустились. Ну, судя по тому, как здесь все жутко, сдается мне... Нам придется здесь изрядно попотеть. То ли от проблем, то ли от страха, то ли еще от чего-либо. Я не знаю, но во всяком случае будем готовы ко всему. Вооружение. Прототип, ракетница и перфоратор. Берем перфоратор. Ага, тут ребята перевозят груз, эти как репликанты. Вот это вот тоже интересный момент. Ох, какой... Длиннющий-то это самое. Ой, смотрите, у меня замедление пропало. У меня фонарик не работает. Ух ты! Что за нахер? Бляха-муха на рядом! Так. Все. Это была жесть какая-то. В общем, творится мистика. Ноги чьи-то. Так, чьи-то ноги. Ну и хрен с ними. Опа-на. Слушайте, такое ощущение, что мне здесь ловуху подготовили. Очень похоже на это. Так. Еще раз. Смотрите, что. Ух ты! Ни хрена себе. Все, так, вроде всех их, да? Все, вроде я всех их замочил здесь, замечательно. Так, подобрали броню. Ух ты, ни хрена себе, не всех, не всех. Не всех, но... Бывает. Ух ты! Блин, этот перфоратор, скорострельность у него вообще... О, патроны к ракетнице. Это замечательно. Так, и еще мне нужно собирать доказательства здесь всякие. Какие только мы сможем найти. О, отлично. Ух, ни хрена себе, сколько... Сколько здесь, однако-то, боеприпасов. Так, покупая проездной билет, вы сэкономите до 30. Хорошо, а я могу вторым слотом взять это оружие? Нет, вторым я не могу, к сожалению. Не могу, поэтому будем готовы ко всему. Так, ой, что это сейчас случилось? Сохранение прошло, и я здесь оказался. Ну ладно. Тихо мне! Тихо. Так, ага, вон они ходят. Вон они ходят. Нам нужно максимально аккуратно как бы разобраться с этими ребятами. Закрыто, ёлки-палки. Закрыто. Придется, значит, здесь идти. Ладно, фонарик у нас вроде как отключен. Сейчас попробуем их устранить по-тихому, как говорится. Надеюсь, получится. Так, опа-на. Раз. И давай вот этого. Готов. Так, готов. Там вроде никого. Вроде никого, и это радует. Значит, все должно пройти без инцидентов. Надеюсь на это. Ой. Ракетометчик. Робот-ракетомет. Так. Да все мимо в молоко. Ух ты, зараза, а. Зараза. Так тебе. Еще раз. Перезарядка гребаная. Еще раз. Давай, 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 давай. Есть. Один готов. Так, берем остальные патроны от нашей ракетницы. Вернемся назад, там... Зону 6 не отвечает. Вас понял. Пойду проверю. А. Да иди проверяй. Чё? А, вон они, смотрите. Ага, нифига. Ладно. Вот так вот. Есть, один готов. И второй готов. Замечательно. Так, у меня еще есть гранаты. Их тут просто приличное количество. Надо их как-то тратить уже. О, нормально.
тут ничего нет такого. Ну ладно. Гранаты, у меня их огромное количество. Их тоже как бы надо тратить. Правда, у меня такое чувство, что я их потрачу, и когда они потребуются, в нужный момент их не появится. Ну ладно. Предлагаю здесь подняться, можно еще и там, но там, мне кажется, не лучший вариант. Ага, и здесь вообще никакого. Тогда ладно, поднимаемся там, хотя, вон, смотрите, вроде как можно... Ну-ка, стойте, дверца, да? Дверца закрыта. Дверца закрыта, значит, поднимаемся вот так. Как-нибудь. Ну-ка, попробуем забраться, глядишь, получится. Ага, черт с два. Так, ладно. Допустим. Допустим, вот так. А ну-ка, стойте. Здесь, как вариант есть. Опа-на. Неа. Нифига нет никакого варианта. Ну-ка, стойте-ка. Бах! Ох, яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так. Ну. Всяко лучше, чем вообще никак. А если я здесь пройду? На стекло наступлю. Вот у меня скидывает, зараза, а? Как-то меня странно откидывает это дело. Не понимаю. Ладно, тогда ладно, будем здесь смотреть. Может быть, тут что-нибудь удастся... А, вот куда. Ёлки-палки, дверца-то открыта. Ладно. Благо патронов у нас целая куча. Проблем с противниками быть особых не должно. Так, что здесь? Здесь никого. О, во. Целый этот автоматный. Ну, давайте возьмем. Перфоратор у нас кончается, как-никак. А автомат... Скажем так, его раздобыть проще. Сохранимся. Сохранимся. Так, открыли. Ух ты! Ни хрена себе, он свалил. Сектор 4 под контролем. Нифига себе, он свалил. Нет, ребята, здесь, конечно, посложнее с противниками воевать, чем в самой первой части. У них тут, видимо, поправили. И поэтому бои стали гораздо труднее. Чувствуется. Это реально заметно. Смотрите, закрылось. Опа-на! Гранатки пошли, гранатки. Гранатки еще одни. Ой, сейчас там круто будет. Давай еще одну. Так. Все. Отлично. Бабах. Да чтоб тебя... Ты зараза, а? Все. И этого расстрелять. Отлично. Зачистили. Граната — это вообще вещь. Вопрос только в том, сейчас мы сможем ли восполнить. Сможем. Хоть частично, но сможем. Боеприпасы здесь попадаются почаще. Так, если у нас здесь предлагают спрыгнуть вниз, тогда возникает вопрос, а что же находится здесь? Если я пройду дальше, найду ли я что-нибудь интересное и полезное? Вряд ли, вряд ли. Ладно, тогда будем так спускаться. Двери сами закрываются, ноги. Ладненько, хорошо. Опа-да. Так, куда нам идти-то предлагаете-то? Ну, тут, в принципе, выбора не так уж и много. Значит, нам нужно спуститься все ниже и ниже, вглубь. Как можно ниже, где таится самое страшное зло. Как обычно, все самое интересное находится в самом низу, где темно, ни хрена нет света, сплошная мистика и так далее. Что у нас здесь? Опа-на! Смотрите, идет! Красавец вообще. Красавец просто так. И где он прошел? А, так я ж только что... А, так это... А это что? Вау-в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 ау! Ух, нихера себе у него отлетело! Башенцы, так... Кого стреляем, хрену? О, это проблема, это проблема! На тебе!
Так. Еще раз. Еще раз говорю. Все. Разобрались. А, что у тебя тут есть? Так, у тебя, ну, этот перфоратор, как всегда, который нафиг нам пока не нужен. Патроны хрен найдешь. И скорострельность у него не ахти. А вот такой вопрос в том, куда мне, вверх или вниз? Ну, давайте вверх, учитывая, что нам надо все-таки ниже спускаться. Ой, смотрите, там. Смотрите, тень. Опа-на. Ни хрена себе. Так, ладно. Там, видали, там как будто кто-то кого-то доедал. Когтями причем раздирал. Ну ладно, хрен с ними. Так, скорострельная пушка есть. Вот прототип, конечно. Эх, патрончики бы к нему. Ну ладно. Надеюсь, как-нибудь так получится все. Тут не вариант. Там, кстати, аптека валяется. И здесь, кажется, аптека. О, и здесь аптека. И гранаты здесь. Так, о, мужской. Поломан. Тогда в женский. Ladies. Так, тут тоже не, нифига. А здесь открыто. Здесь открыто. Ух ты! Сдохни! Сдохни, говорю тебе! Всё. Ух ты, зараза, а! Как же ты так пробежать-то умудрился? Да сдохни ты, на! Ой, как его этой... отхреначило. Оказывается, огнетушителем тоже можно убить. Ух ты! Всё, спецназовец хренов! Всё, картины придавило. Так... что у нас тут есть? Так, вот аптечка. Блин, это не аптечка. Ну ладно, хотя бы и на этом спасибо. Где мы ходим? А, еще здесь есть. Точно, точно, еще же здесь есть. Давайте сначала глянем, что у нас тут. Может, что-нибудь найдем? Вот это вот вообще хорошо-то как! Вот это вообще круто! Только у меня такое чувство, что нас сейчас здесь либо будут ждать, либо нам здесь крутую засаду устроят. В общем, что-то здесь добудет, такое чувство. Аптеки, мины. Ломай ты эту хрень. Блин, гранат до задницы. Снайперская винтовка. Вон их сколько. Кстати, а можно, в принципе, ее взять вместо автомата, на самом деле. Она точная. Либо за место прототипного взять. Как вариант. Будет дальний и ближний. Ну и ракетница, соответственно. Эх, взять бы те бы еще с собой перенести. Ну, что? Ничего не поделаешь. Так, сохраняемся и спускаемся ниже. Посмотрим. Что нас там ждет? Возьмем дальнего боя. То, что вполне возможно, что тут нас будут ребята ждать. Так, засада. Вон он. Ой, там броневик. Броневик, мать его. Ой, в меня ракеты, кажется, летят. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Сдохни. Ах ты, скотина. Еще ракеты летят. Да шо ж такое-то, а? Тут вообще жесть какая-то творится. Ребята, меня зажимают. Так тебе. Отлично. Все. Вау. Все. Есть. Гранатки кидай. Гранатки кидай. Лечись, мать твою. Ах, ну в задницу тебя. Размен, я проверю. Побежал проверять, сдох ли я или нет. Так, ну ворота закрываются, значит что? Значит, а, кстати, есть одна охерительная идея. Я вот так вот сейчас сделаю, раз. Во! Вот это вот, короче, вообще сейчас читерский прием будет. Я сейчас просто же поскидаю сюда и все. Какие проблемы? Где там еще валялось? Во!
Короче, этого я сейчас вообще считерил, походу, да? Чё ж я раньше-то до этого не додумался, а? Так. Сохранимся. Вот это вот, ребята, сейчас, короче, я, походу... Так. Ой-ой-ой, зря, ну... Ну ладно. Так. Закрыть ворота! Да закрывай, сука, влезет. Так. Давай, короче, ракетницами херачим. Раз. И еще раз. Давай тут всех уничтожь. Ёлки-палки. Так, короче, надо вот эту ракетницу не подбирать. Надо подобрать ту сначала. Иначе как-то хреново получится. На самом-таки-то деле. Так. Во. Отлично. Вот так вот мы сохраняемся. А теперь погнали. Сейчас пару раз стрельбанем. Закрыть ворота! Закрывайте, сколько влезет. Давай. Еще раз. Вот так вот. Они что, не долетают, что ли? Ой-ой-ой. Валим его, прототипный. Меня трясет всего. Да что ж такое-то, а? Блин, приблизился. 3 ракеты в рожу прилетело. Это, однако, было круто. Ладно. Ладно. Сейчас мы все тут сделаем аккуратненько. Закрыть ворота! Угу. Закрывай. Так. И еще раз. Давай. Отлично. Ну и где ты? Вау, он тут. Он тут. Тихо. Готов. Все. Мощные вот тут ребята, конечно, ничего не скажешь. Открыть ворота станции. Погоди. Во. Вот это другое дело. Сохранимся. Что-то такой звук был, как будто сейчас опять. Сейчас у него, кстати, еще подберем патрончики. Он же тоже с ракетницы стрелял. Значит, и у него остались, получается. Что-то снайперская винтовка так себе, знаете ли, себя зарекомендовала. И вовсе не снайперская даже. Как-то хреново она стреляла, ну. Так, боеприпасы. Ящички. Давайте осмотрим, что у нас тут. Раз. Гранаты. Это что это? Что, мне предлагаете рукописью, что ли, всех убивать? Ну ладно. Так, ну давайте хотя бы это подберем. Автомат, что ли? Ну, подбирай. Вот так вот. Бывает и вот такое. Ничего не поделаешь. Ну вы, ребята, конечно, мощные. Тут ничего не скажешь. Как мне открыть-то? Куда идти-то хоть? Какие идеи-то есть? Может быть, к воротам подойти и как-нибудь что-нибудь использовать? Постойте. А, нет, не вариант. А, вот куда. Ёлки-палки. Все ясно. Все ясно. Ну, вот так вот. Опа-на! О-о-о, ребята, все, понеслась мистика. А мистика. Твою налево. Все двигается. Так, все, меня, кажется, отпустило. Куда я попал? Куда-то попасть умудрился. Там что-то огонь какой-то горит. А здесь что тогда? А что здесь тогда? Постойте. Опять.
А, во, я. Ой, там огонь. Огонь. Что это? Где? Мне, короче, я из этих шахт не выберусь никогда. Мы куда мне идти предлагаете? Что-то, короче, здесь какой-то лабиринт, знаете ли, закольцованный. Я здесь долго обитать буду. Что-то я только что здесь был, постойте. Я же только что здесь был, во! Так. Куда ты провалился? А, во, заставка пошла, нормально, нормально, так. Что-то как-то все это странно. И чё мне вас показывают? Кстати, это, по-моему, впервые заставка пошла. В этой игре обычно не бывает. О, девка! Ох, ни хрена себе. Ни хрена себе. Вот это да. Вон она вытворяет. У нее, конечно, вообще мощность просто. Берет всех на куски, рвет. Нормально. Но это же мамаша главного героя. Фетель, брат. Фетель. Так. Что за нафиг творится? Да что за черт? Грохот! А, поезд! Ёлки-палки, поезд же. Слушайте, а куда мне спуститься-то предлагаете? Туда или как? Интересно. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Тут как-нибудь вообще что-нибудь идет. Нет, смотрите, туда как-то странно. А ну-ка здесь. Здесь. Здесь как-то тоже странно. Что-то тут все как-то не своей смертью дохнут. Так, давайте туда спустимся, посмотрим, что там. Поезда ходят. Так, а здесь... О, нормально, хорошо, что я сюда спустился. Это просто замечательно. Тут закрыто, а здесь... Куда это ведет? Блин, куда-то все доведет. Так, тут закрыто. Ну, броня лишней никогда не бывает. Это вещь такая. А, нет, нельзя открыть. А, так я вот сюда и пришел. Замечательно. Просто превосходно. И чё мне... А, о! Камера. Чё у нас там? Ничего показывать такого сверхъестественного не обещает. О, смотрите, все что-то перечерчено кровью. Давайте сохранимся. Что-то меня этот моментик напрягает. О, это же этот, по-моему, был этот живущий последний. Ёлки-палки, он сдох. О, ни хрена себе. Бляха-муха, сдохни ты, сдохни, сдохни. Так. Мать твою, что за звуки какие-то страшные? Это что это сейчас? Так. Фух. Эти твари решили меня замочить. Сдохни. Фантомы грёбаные, на тебе. Ух ты, вы живучие, а. Они еще твари невидимые, как бы. Так тебе, нормально. Как вас неплохо-то тут постукало, а? Так, и чё-то никого не... Надо, короче, знаете что? Замедлитель мне восстановить срочно. Так, стойте, а может быть так сделаем? Раз. И два. Если кто-то со спины пойдет, взорвемся оба, скажем так. Так, отлично. Сохранились. Ну, фух, с боем. С богом, с боем и с богом. Бляха-муха. Так, ничего. Бляха-муха. Есть. Хотел со спины напасть, а. Подлюка.
тут меня мина, конечно, спасла сейчас. Более чем. Бляха-муха, что творится? Вон он! Так. О, жесть. Крепкие вы, ребята, ничего не скажешь. Какие-то сверхвыносливые. Их, чтобы замочить, столько патронов надо высадить. Это кошмар просто. Так. Вот куда мне идти предлагаете? Сюда, что ли? Так, ну ладно, а здесь тогда что? Твою мать! Это стоит! Альма! Ну и чё она? Слушайте, дайте я сохранюсь по этому поводу. Чё-то меня это напрягает, погодите. Чё-то она так встала? Альма. И исчезла. И исчезла просто. У нее два воплощения. Маленькая девочка и взрослая баба, скажем так, худая. Вот та, что взрослая, она какая-то вообще бешеная просто. Все и вся убивает. Кошмар. Куда идем? Хрена понимаешь. О-о-о, длинный коридор. Длинный коридор. Аномалия! Ой-ой. Все, отпустила. Так. Тут. Так, во. Фух, более-менее выбрались. Более-менее выбрались куда-то. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Так. О, слушайте, тут, знаете что? Тут попахивает, скажем так. Мощно. О, поезд приехал. Так это я же здесь был. Я-то подумал, сейчас тут перестрелка будет. А мы в поезде. Я не могу, причем, скажем так, пробраться как-то. А, все ясно. Короче, мне предлагают идти вон туда. Вот вдоль этого туннеля. Самому. Я-то думал, мы с ветерком доберемся. Оказывается, нет. Клиенты используют метрополитен. Клиенты-клоны. Для перевозки грузов пункт назначения не установлен. Пройдите по путям к выходу, расположенному рядом с мемориальной больницей Оберна. По дороге собирайте данные о деятельности клонов на метрополитене. Не позволяйте противнику взять вас в кольцо. Стараюсь, но это очень трудно, когда их численное превосходство, скажем так, у них не успели появиться и уже, скажем так... Оранжевая линия, окружайте его! Угу. Окружают они меня. В общем, не успели появиться и уже сразу нас просто здесь валят. Вот так вот. Ну ладно, друзья, думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь, с вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете нажать на веселый пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие интересные и страшные прохождение на моем канале, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. Всем спасибо за внимание, друзья, вы самые лучшие. Всем пока.